Народ, я опять фрешка. Смотрите, что я нашла. В прошлый раз я ее не увидела. Вот, гречка есть. И смотрите, сколько стоит. Это дешевле, чем в Дюлке, чем в Лакомке. Короче, цена лучше. Это за 900 грамм. Вот. А тут еще такие есть семечки, Артур, посмотри. Бублики есть. Кто производитель? Сушка с маком. Это я не могу понять, кто. Ну, ядрица, если написано, значит, это наша украинская. Сушка, ру, инглиш. Импортер. Это продуктов Молдова, молдавский. Это молдавская. Смотри, ванильные есть, есть с маком. Мы возьмем с маком. Так, я беру гречку. И смотрите еще, что есть. Тут даже есть перловка. Где она, где она, где она, где она? Тут где-то была перловка. Можешь мне показать, Жень, где она? Уже нет. Вот, ну как так? Есть такие пряники. Вот перловка. Перловка стоит 3,15. Вот, видите? Крупа перлова, тоже наша, украинская. Что произведено? Молдова, нет. Представляете, Молдавия. Если, ну, я не ем перловку, но если кому-то надо, вот, пожалуйста. Артур сегодня все-таки купил рошен. Не, я рошен не взял. Не взял? Ты взял Милку, да? Хорошо, короче, вот эти берем. Есть ванильные сына, есть с маком. За смаком, да? Короче, ну, мы вот опять тут чуть-чуть нагрузили. Кефир. Снова приехали, купили сыр. Этот сыр нам очень понравился. Очень понравился. Мы сейчас вот аж два куска купили его. Там сметана, опять творог. Ну, такое там. Хамон. О, марципаны здесь есть. Тоже по два с чем-то. Короче, я тоже три штучки взяла. В прошлый раз смотрела на эту халву. Показала вам, засняла и поставила обратно на полку. Не купила. Сейчас вот приехала, ее взяла. Вот. Если сейчас найду что-нибудь еще интересное, еще доснимаю. А вообще суперский магазин, я в восторге, мне очень нравится. И тут вот эта халва есть, и ванильная, еще есть плейн. Ну, я, конечно, такую взяла. Чай. Много очень солений. Супер, я вообще не понимаю, как я могла в прошлый раз не найти гречку, не увидеть. Хотя я ее искала, я ее искала. Такая я невнимательная. Так, что там, соль? Смотрите, сколько корицы настоящие. Стоит 2,60. Тут как специи тоже классные есть. Всякие. А, ванильные. Но я, кстати, люблю больше. Много. Вот это, по-моему, это кардамон. Типа положить, чтобы как ароматизатор. Очень много всяких чаев. Сахара. А, гречку мы, короче, поняли, это чья. Это сделано, расфасовано в People Republic of China для Канады. Она китайская. Поэтому я взяла только один пакет, чтобы попробовать, какая она будет. Не будет ли развариться. Потому что, знаете, вот эта китайская, она такая, как зеленая, сильно прям в какое-то месиво превращается. Очень сильно разваривается. Такое не люблю. Так, ну что, дальше поехали.